Обладателями денежных выплат за значительные успехи в учебе и творческой работе, культуре и спорте, активном участии в олимпиадах разного уровня станут 45 человек. 30 из них в течение всего учебного года будут получать именную стипендию в размере 6000 рублей. Еще 15 станут обладателями единоразовой премии имени Валерия Коваля в размере 10000 рублей. Все выплаты получат как школьники, так и студенты вузов и СУЗов. При этом сами депутаты отмечают, выбирать было трудно, поскольку количество заявок с каждым годом становится больше. В прошлом году, когда мы назначали эти все стипендии и премии, было 88 портфолио подано на именные стипендии. И 44 портфолио было подано на стипендию имени Валерия Николаевича Коваля. В этом году уже 93 на именные стипендии и 49 на премию имени Валерия Николаевича Коваля. В этот раз именные стипендии будут вручать по 12 направлениям, которые охватывают все основные научные сферы. Отметим, в Тамбове поощрять выдающиеся успехи в учебе у молодого поколения начали в 2008 году.